спасибо, рад знакомству. Я волшебный кот Мурлайн. Три желания исполню. Все, что хочешь, загадай. Вот это сейчас было неожиданно, конечно. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, крутой папа, шорты, глупый парень, вышло 10 серий, сейчас все их посмотрим, потому что 10 это красивое число, самое время, я считаю. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите колокольчик и погнали. Глупый парень сотый раз не справился. Это музыка, да? Директор крякнул на него. Пошел вон ты, негодный. Батя, это я помню, да? Как узнал об отчислении сына. Тут же выхватил. Ой, сейчас будет грустно. Очень грустно. Но под эту музыку это будет в каком-то смысле и не очень грустно. Получай, а мне папа, прекращай! Ты позоришь семью, с тобой жить я не хочу. Музыка офигенная. Пошел вон, раздолбай, как захочешь, выживай. Ну вот что, он будет... Шапку уже нашел, уже зимой не замерзнет. Вообще, батя, конечно, радикальный. Мне кажется, слишком какие-то поспешные решения он применяет, да? Ну и вторая серия, поехали. Оказался глупый парень без еды и крова. Хот-дог, 5 рубакс. Пошел вон, пройдоха. Ночи стало холодно, так. Парень задубел. Бродяг костер увидел, он и рядышком присел. Так, а вот не помню, что сейчас. Ага, все вспомнил. Ах ты наглая шпана, нафига пришел сюда? Вот жизнь. У меня, я хотел погреться. Вот жизнь у парня. Утеряйся-ка отсюда, не то побежал. Парень спрятался в коробке, там чел... всю ночь он и провел. Чел просто аж эволюционировал в четвероногое создание просто. Так убегал, так старался. Не, ну слушайте, блин, это вот удивительный вот мультсериал в том плане, что он как бы одновременно грустный, но вот под эту музыку что-то грустное может быть по-настоящему? Я не знаю, меня песня сразу начинает дико веселить. Самый глупый парень стал питаться на помойке. Самый глупый. Я работу отыщу, не буду спать в коробке. О, да. Ты, дядя, взял у тебя будет большое будущее поработать. В этом плане. Поручил посуду мыть, парень включил воду. О, как классно. Ну, слушайте, ну, объективно, а в чем он тут? Он включил воду, там само это вылетело, типа, он-то тут причем. Он же не включил воду и сам не вырвал с корнем эту фигню. Ты дебил, всю посуду перебил, всех клиентов распугал, мне весь бизнес обломал. Да. Ущерб не возмести, будешь улицу мести, а потом проваливай, мети внимательней. Ну, вот так вот, собственно, мы теперь видим, по крайней мере, какой вот сторонний бизнес завел мужик с упаковки Pringles. Мы знаем, что у него есть свой вот такой вот. Замечательный вот ресторан, кафе, что там у него. Лучше бы он оставался на упаковке Pringles и не лез в этот малый бизнес, потому что всякие придурки все порушили, да? О, метет, старается. Все, больше не старается. Оборвал проводку. Понял, что работа честная, это не его судьба. Логово к ворам вломился. Я хочу срубить бабла. Будем грабить банк. Ну, смотрите, как сразу принял. Все рабаксы мне гоняют. Быстро доставай, только нас не убивай. Всем лежать мордой в пол, здесь работает ОМОН. Будешь знать, как воровать, сто лет воли не видать. Капец просто. Вы представьте себе, вот ну реально глупый парень. Чисто на одно дело сходил и тут же загремел. Тут же загремел. Надежда явно не подает, не подает. Давай, пятая серия, поехали. Так, уже в тюрьму. Оказался в тюрьму. Глупый парень за стальной решеткой. Какой довольный полицейский. Авторитета, ноги чистил щеткой. О, ужас. Долго унижение, парень наш терпел. Да, терпи, терпи, родной. Возьми за точку, отомсти, закончи беспредел. Свинья, ага. Хватит! Ох ты какой! Раз за точкой в печень, авторитет не вечен. Два за точка под ребро. Эй, пацанчик, ты чего? Я теперь авторитет, да. Я решаю, а вы нет. Все теперь мои шестерки. Эй, художник, бей на полки! Смотрите, как художник чисто на готове прям был, он уже, ну когда? Бить наколки, мой смысл жизни, даже в тюрьме, да. А, вот еще следующую серию я видел, а вот эти все, по-моему, новые. Вот 4 серии абсолютно новые для меня. Я так понимаю, что что-то в аду происходит, да, судя по всему. Поехали, 6-я серия. Глупый парень на тюрьме, так. Стал авторитетом. Ух, ничего себе. Бил чефир и блатовал вместе с другом дедом. Хорош. Но по воле заскучал он и решился на побег. Стальные прутья отпилил. Я свободный. Человек. Дуглас. Стоять. Кто такой Дуглас? Почему у него Дуглас написано? На пузе. Сейчас придет ему конец. Не догоните меня, ой, как больно, мамочка. Ты для общества и слова истинного авторитета. За твои все косяки заряд только так. Получи. Цензурное лицо Декарта. Угу, это важно. Ну и пошло, вот 4 новых серии, поехали. Глупый парень вдруг увидел свет в конце тоннеля. Вот так вот. Час для страшного умер. Суда. Помогите, где я? Не биография, сплошь одни грехи. В рай ворота не да. Открою, в ад паршивец изведи. Что-то апостол Петр недоволен тобой, родимый. Новый грешник принимай.
хотел жарче нагревать. Тут какая-то ошибка, отпустите меня в рай. Все они так говорят, котле вариться не хотят. Будешь знать, как решить, поздно помощи просить. Надеюсь, это не очень больно. Уверены, что еще надо? Да, уверены, абсолютно. Глупый парень в царстве Люцифера натерпелся. Черти жарили его, посыпали перца. О, жестко. Пойти, он мне нравится. Сказала дочь черта. Можешь ее мужем? Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Это все лучше, чем когда тебя жарят на костре. Лучше ее же. Совет да любовь. Совет да любовь. Жизнь чертиха нелегко. Готовить и стирать не лё. Как чертиха родила. Горя хапнул я сполна. Чтобы деток прокормить, надо грешников варить. И зачем я согласился на чертихе поженился? Вот это угар, конечно. Чел даже утонул в этом. В глазах переживание было за тебя, а не за себя. Настолько у тебя ужасная жизнь. Жить с чертихой, это просто кошмар, да. Глупый парень мучил грешных, надрывая сердце. Вдруг бедный. Увидел за котлом потайную дверцу. Ничего себе. Неужели это шанс выбраться отсюда? Стой, паршивец. Кажется, и задом. Закалю, паскуда. И задом можно выбраться. Любимая женушка. Разошлась земля в могиле. Я самый счастливый в мире. Нифига! Я больше в ад. Черти, поцелуйте взад. Буду людям помогать, бомжей кормить и согревать. Как ой, ты, мальчик, молодец. Знака, вкусный леденец. Ну, ради леденца, чё бы не превратиться в доброго молодца, как говорится. Да, это понятно. Сделаю продолжение за 500 тысяч. 786! Нифига! Я самый счастливый. Дед какой-то! А что это за дед стоял? Это может твой дедушка был? Ты бы хоть с ним поздоровался? Наверное, он рядом с твоей могилой. Это что, просто так что ли стоял? Для дедушки это рандомное событие должно быть. Типа, не надо на него внимания обращать. Что каждый день внуки из могилы восстают. Последняя серия. Не ленился, отмывал свои грехи. Мой девиз теперь простой. Помогай любой ценой. Загорелся рядом дом. А на крыше бедный кот. Я пушистого спасу. Никто сегодня не умрет. Слушайте, какая арка развития персонажа? Дымок уперся в потолок. Парень чуть не задохнулся, но ногой дверь выбить смог. Мяу, спасибо, рад знакомству. Я волшебный кот Мурлайн. Три желания исполню. Все, что хочешь, загадай. Вот это сейчас было неожиданно, конечно. Ну, 439 пока. Да сможете, я думаю. Уж за котика-то, ребята, то... Котик. Котики всегда собирают лайки, а он еще и волшебный. Спасибо, рад знакомству. Я волшебный. Блин, как же классно он это поет. Все, что хочешь, загадай. Блин, я вот это аж решил пересмотреть. Я не могу, это очень миленько. Ну что, ребята, на этом заканчиваем. Кликайте сюда теперь, переходите. Тут тоже видосик, который вам понравится, если этот зашел. Поэтому кликайте и не пожалейте, вам зайдет. Всем счастливого, удачи, всем пока, увидимся вот тут. Мяу, спасибо, рад знакомству. Я волшебный кот Мурлайн.